Прыжок железнодорожного моста в воду возле Кировской дамбы унес жизнь 25-летнего молодого человека в Казани. Нырял он не один, а вместе с товарищами. Причем, как утверждают рыбаки, сидящие под мостом, уже не в первый раз. Но этот прыжок стал для мужчины последним. Айрат Назипов был на месте и узнал подробности трагедии. По предварительным данным, компания из 4 человек прыгала в воду с железнодорожного моста. 3 из них смогли выбраться на берег. Но для одного из них этот прыжок стал смертельным. И хотя друзья бросились ему на помощь, спасти приятеля они были уже не в силах. Он утонул. Во многом потому, что никто из них не мог быстро найти ушедшего под воду товарища. Так он не всплыл. Где там? Там же течение, там русло. Там тяга такая, что... Поняв, что сами найти приятеля не могут, и прошло уже много времени, мужчины позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112. Спустя час с момента вызова водолазы нашли тело молодого человека на глубине 10 метров и в 100 метрах от берега. Его вытащили на берег и передали полиции. На месте криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Точную причину смерти теперь предстоит установить судмедэкспертам. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.